Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Jayo Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada, Jai Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Кришна, дорогие друзья, итак, мы продолжаем пытаться служить лучезарному Гопала Чампу, прекраснейшему трансцендентному описанию его божественной милости Шиваджива Госвами Прабхупады, игр Господа. И вот этот подарок мы стараемся, пытаемся послужить и благодарить Ачарья Деви за его бесценный дар, поклоняясь этому писанию всем сердцем и всевозможным уважением. К этому писанию, к этим играм, которые Ачарья Дева видит и представляет всему миру. Итак, дорогие преданные, мы читаем Уттара Чампу, часть первая, Утава посещает жителей Враджи, глава четвертая. Глава называется «Кришна входит в Матуру». Утром Матуканта начал рассказ собрании Нанды в присутствии Кришны. Под пристальным взглядом Нанды Кришна в волнении, думая о своей матери, которая пыталась препятствовать его отъезду, попросил у слуг вкусную пищу, избавляющую от усталости, чтобы Яшода освободилась от тяжких мыслей. Когда Кришна достиг границ Враджа, Яшода зашла домой приготовить пищу. В этом занятии ее страдания утихли. Пока Яшода и другие собирали свои повозки, Акрура, выбрав окольную дорогу, на своей колеснице приехал к святому месту на Ямуне под названием Брахмахрада. Он думал, что если поедет по главной дороге, жители Враджа настигнут его и заберут обратно двух мальчиков. Поэтому он скрыл братьев от чужих взоров. Жители Враджа по простоте душевной даже и не подозревали, что он поехал по окольной дороге, и потому отправились к югу в направлении Матуры. Когда Акрура совершал свои дневные ритуалы в Брахмахраде, он увидел непостижимое могущество Господа, освобождающее из круговорота самсары,
И это замедлило его действия. Жители Враджа удивлялись, почему он задерживается, оставаясь долго в дороге. После того, как Акрура один вошел в воду, послушайте вкратце, что Кришна и Баларама делали, услышав новости о Камсе. Кто будет сомневаться в величии Матуры и сладости Враджа? При воспоминании о тех событиях слезы подступают к горлу. Кто будет сомневаться в величии Матуры и сладости Враджа? При воспоминании о тех событиях слезы подступают к горлу. Увидев колесницу с Кришной и Баларамой, по прошествии долгого времени Нанда и пастухи обрадовались. Немного отдохнув и поговорив о превратностях судьбы, пастухи направились в город. Кто способен оценить великую удачу странников, идущих к местам, которые Кришна посетил в то время? Люди, идущие в город или выходящие из него, внезапно увидев лотосное лицо Кришны, забывали, что они делали и куда шли. Войдя в город, Кришна пришел к месту под названием Деви-Кхара. На юге жили ослы, кхары, и потому это место называлось Кхараваса. Даже сегодня люди, идя в южном направлении, на парикраму вокруг Матуры, чувствуют блаженство. Услышав о цветущих рощах, дарующих счастье, Кришна сошел с колесницы и попросил, чтобы повозки расположили в удобном месте. Когда Кришна встретился с Акрурой, Акрура пригласил Кришну к себе домой, но Кришна пообещал ему, что придет в скором времени, и попрощался с ним. Затем Кришна, желая защитить праведников в окружении друзей, вместе с Баларамой, идущим впереди, вошел в разукрашенный город под звуки музыкальных инструментов. Когда он осматривал город, казалось, что весь город смотрит на него. Ворота Матуры напоминали большие зевы, сделанные из кристалла, они будто улыбались. Решетки с отверстиями напоминали тысячи глаз Матуры. Когда эти глаза взирали на лотосные глаза Кришны, казалось, что они перестали моргать. Вымощенные камнем улицы города словно были вымощены из черепов. Драгоценные стены с множеством огромных башен представляли лицевую часть города. Многочисленные пики башен были похожи на короны, радующие глаз. Сотни развешанных украшений на фасаде ворот были словно притираниями на теле города. Колеблясь в порывах нежных ветерков, они будто являли экстазы любви, бросая быстрые взгляды на Кришну. Две золотые дверные панели, изготовленные искусными мастерами, сверкая, напоминали красивые зубы города. Отверстия в дверных панелях были подобны ртам, прославляющим красоту Кришны. Здания на перекрестках, сделанные из золота и сапфиров, переливаясь под лучами солнца, казалось, представляли конечную причину города. Ряды зданий напоминали толпы людей, радующихся при виде Кришны. Вольеры около дворца, сделанные Творцом из небесных драгоценных каменьев, были подобны декорациям города. Дивные дома близ дворца отражали эхом крики многочисленных павлинов, словно это был неясный гул взволнованного города. Серебряные стены столицы Камсы были подобны белому одеянию из чистого шелка. Множество рощ напоминали слуг каждого дома. Плоды и цветы в этих рощах были словно дары в руках всего города. Банановые деревья, отягощенные плодами, деревья бетеля, а также сосуды с водой на каждой городской дороге казались поднявшимися волосками на теле. Вода в многочисленных протоках с чистыми бордюрами напоминала экстатический пот Господа. Когда Кришна вошел в Матуру, полубоги, которые не видели его игр во Врадже, стали описывать это событие. «Смотрите, смотрите! Все молодые женщины, запертые в своих покоях,
сейчас страдают от жаркого солнца, мешающего им лицезреть Кришну. Хотя, соблюдая обет молчания, они причиняют боль своим врагам, произносящим грубую речь, они произносят приятные слова, прославляя Кришну. Черные и белые луны сияли, удивляя всех, на дороге города, во дворце, на высоте и на переднем фасаде цвели лотосы. Когда женщины-матуры увидели Кришну и Балараму, которые словно гуляли в лесу, они раскрыли рты от изумления. «О, друзья! Матура сейчас как обитель сладости, от сладости Кришны!» «О, друзья! Матура сейчас как обитель сладости, от сладости Кришны!» Эти женщины в попыхах вбежали на крыши, напоминая лунный свет. Некоторые из них были только с одной серьгой в ухе, а некоторые подвели тушью лишь один глаз. Кто-то прикрасил красным лаком только одну стопу, а кто-то покрыл свою грудь лишь легкой накидкой. Спеша увидеть Кришну, они забыли обо всем. Узнав, что он идет, они поспешно выбежали на крышу в одно и то же время. Некоторые даже не омывшиеся, некоторые прервавшие трапезу, отбросив стыдливость, некоторые в торопях накинули на себя одежду, перепутав нижнюю с верхней. Иные нацепили на себя украшения не на то место, куда положено, и выбежали на дорогу из своих домов, жаждая увидеть Кришну. Лотосаокий Говинда, ступая как царь слонов, являл доблесть льва. Умы женщин, как магнитом, были притянуты его красотой, от которой Лакшми впадает в блаженство. Когда Кришна кинул взгляд на этих привлекательных женщин, они затрепетали под сладостным взглядом его очей и были очарованы им. Они не знали, что Кришна находился на некотором расстоянии и своей красотой проник в их сердца. Когда Кришна кинул взгляд на этих привлекательных женщин, они затрепетали под сладостным взглядом его очей и были очарованы им. Они не знали, что Кришна находился на некотором расстоянии и своей красотой проник в их сердца. Все женщины, дрожащие со счастливыми лицами, поднялись на крышу дворцов, чтобы увидеть Кришну. Кидая на дорогу, где он шел, цветы, они усиливали радость полубогов и преданных. Повторив слова полубогов, Матуканта продолжил рассказ. Все браманы, пренебрегая Камсой, который был непобедим для полубогов и мудрецов, приблизились к Кришне с подносами, с ароматной водой, цветами, йогуртом и рисом, провели обряд поклонения ему и последовали за ним. «Пусть эти брахманы возложат свои стопы на мою голову! Пусть эти брахманы возложат свои стопы на мою голову!» Горожане сказали: «Пастухи чрезвычайно удачливы, но великая слава Гопи пленила наши сердца. Они ищут сладость Кришны, а не его величие, и постоянно созерцают его лик, восхищающий всех». Когда Кришна остановился с любопытством, оглядывая все вокруг, на проселочной дороге появился красильщик со своим окружением, погоняющим тысячи кричащих ослов. В это время Кришна, известный как Гиридхари, сломивший гордыню многих демонов, подумал: «Этот возгордившийся негодяй, окруженный своими сподручными, причиняющий страдания всем, покрасил множество одежды для праздника и везет ее обратно в город. Я возьму эти одежды для себя, чтобы с достоинством войти в Матуру. Поприветствовав его, я разозлю красильщика своей просьбой. Затем применю силу и, оскорбив его, заберу всю одежду». Затем Кришна громко сказал со слегка насмешливым тоном: «О, красильщик,
Пожалуйста, дай нам двоим подходящую одежду, достойную нас. Если ты преподнесешь нам этот дар, то, несомненно, получишь величайшее благо». Хотя красильщик, чей ум был объят страстью и невежеством, слышал о неизмеримой силе Кришны, он не принял во внимание его просьбу. Он считал, что никто не смеет зариться на одежду Камсы, которую он несет в его дворец. Погрязший в невежестве красильщик не знал, что Кришна был облачен в одежду, подаренную ему Анантой, Варуной и Индрой. Являя демоническую природу, он, пренебрегая величием Кришны, со злобой и насмешливостью вскричал: «Ах, вы дерзкие сопляки! Вы привыкли слоняться без дела по горам и лесам, а теперь совсем обнаглели, позарившись на царские одежды! Убирайтесь прочь, глупцы, пока целы и невредимы! Нечего здесь шляться и попрощайничать!» Таких наглецов обычно царские слуги гонят за шею или хватают и предают смерти, забирая все их пожитки. В ответ на его грубые слова Кришна, недолго думая, словно мечом, ребром ладони снес голову злорадно смеющему красильщику, охваченному страстью, и сразу же все сподручные красильщика в ужасе разбежали, словно их сдуло ветром. Только одежда лежала на земле перед Кришной и Баларамой, и они с радостью взяли приглянувшиеся им наряды. Затем Кришна вместе с Баларамой и друзьями пошел гулять по улицам Матуры, напоминая величавого слона, гуляющего под джунглем. Он выделялся среди друзей, сияя ослепительной красотой, от которой его одежда стала еще привлекательной. Друзья Кришны говорили: «Возьми тысячи их одежд». А Кришна при этом улыбался, облаченный в царские наряды. Он превосходил всех бесстрашных людей. Когда Кришна вел себя так, его друзья весело смеялись. Затем появился ткач, известный за свои добродетели. У него были одежды с украшениями, подходящие для борцов. Этот ткач не приходил во врачи страха перед Камсой, но слышал о великом счастье враджа от своих знакомых, посещавших Вриндаван. Так у него появилось сильное желание увидеть Кришну. Затем случилось нечто поразительное, доселе невиданное никем. Кришна даровал ему облик такой же, как у него самого. Когда Кришна посмотрел на него, красота Кришны вошла в тело ткача. Он получил облик, подобный Кришне, и в таком образе и остался. Как удивительна щедрость Кришны! Мелкое насекомое, думающее об осе, в конце концов становится осой. А что же случается с человеком, думающим о Кришне? Не становится ли он похожим на него? Я славлю этого ткача, предлагаю ему аратрику и склоняю голову к его стопам, поскольку он от всего сердца преподнес дар Кришне и Балараме, самую замечательную одежду и украшения. Один благовоспитанный цветочник из Матуры постоянно приходил во Вриндаван собирать цветы. Этот счастливец видел Кришну. Облаченного в желтые одежды, и сейчас, увидев его, он был очарован и под предлогом сбора цветов отправился туда, где находился Кришна. Он предложил Кришне цветы. Звали его Судамой, как одного из друзей Кришны, и Кришна, прекрасный, как дождевое облако, принял его как друга. Неожиданно подумав вместе с друзьями, что Судама живет где-то поблизости, Кришна спросил у жителей Матуры о нем и отправился к нему домой, оставив довольными встретившихся горожан. Цветочник узнал о прибытии Кришны. Думая, что нехорошо встречать Кришну с пустыми руками, он решил сплести гирлянду из нежных цветов, дабы доставить удовольствие Кришне.
И потому ждал его у себя дома Кришна и Баларама в окружении нескольких друзей, немногословных и преданных им, пошли вместе с ними к цветочнику, который сплел гирлянду, словно драгоценное ожерелье. Когда Кришна и Баларама отправились к нему, от них исходил дивный аромат разных цветов. От этого аромата цветочник пришел в себя. Удачливый Судама медитировал на Кришну, как на единственный объект своих устремлений. Он был смирен и кроток. Волоски на его теле поднялись дыбом. Он поспешно склонился перед Кришной и Баларамой, предложив им удобные сиденья. Считая себя необычайно удачливым, он вознес им дрожащим голосом хвалебные молитвы. Получив милость и любовь двух братьев с их друзьями, он украсил их цветочными гирляндами и встал поодаль. Когда он украсил их, случилось нечто очень интересное. Кришна посмотрел на половину сплетенной гирлянды, которая была самой красивой. Увидев это, Судама стыдливо опустил голову и получил благословение Кришны. Со своими помощниками он быстро доплел гирлянду и предложил ее Кришне. Протягивая ее Кришне, он почтил его и в смирении молвил: «О, если вы пришли к злодею Камсе, вам следует быть крайне осторожными, хотя вы источник жизни всех существ». Сказав так, он попрощался с братьями, затмевающими своим сиянием олицетворенную славу. «Из моего сердца льются следующие слова. Есть тысячи преданных, которые ищут Кришну, и тысячи, которые достигают его чудных стоп. Но я предлагаю почтение гирлянде, сплетенной Судамой, которому Кришна и Баларама зашли домой». Идя по дороге, Кришна привлекал взоры всех людей, и тут, увидев горбуню Кубджу, несущую косметику, и кхату, сделанному из кристалла, Кришна попросил у нее притирания, умастил сандаловой пастой все свое тело. Эта косметика придала лучезарность также его друзьям. Затем Кришна выпрямил искривленное тело Кубджи, поразив всех своим могуществом. Выражая скорбь по Камсе, Кришна гулял повсюду в городе. Мы считаем, если человек развил преданность Кришне, его сердце отличается искренностью и прямотой. Однако без бхакти все это лишь внешнее. Если человек развил в себе бхакти, прямота выйдет наружу. Кубджа – пример тому. Кришна убил красильщика и возвысил многих людей. Зная об этом, Камса приближал свою смерть. Торговцы, вайши, увидев могущество и деяния Кришны, чествовали его поклонением прямо на дороге. Вот пример их замечательного ремесла. Торговцы, продавая товары, получают выгоду. Они получили от Кришны особую выгоду, которая не удостоились их предшественники. Затем Кришна, расспрашивая горожан, прибыл к жертвенной арене. Рослые красноглазые стражники преградили им путь, но Кришне удалось проникнуть на арену, взять лук Шивы и играючи сломать его, хотя никто не мог понять, как это он сделал. И звук переломанного лука разнесся по всей округе. Оглушительный треск сломанного лука Шивы, который согнул Кришна, оповестил Камсу о его поражении. Если бы даже Шива присутствовал там, он тоже потерял бы силу. Описание лука Шивы. Два конца этого лука сверкали, как два огромных слоновьих бивня. Середина была чрезвычайно крепкая, подобно алмазной колонне. Требовала, чтобы нести ослепительно сияющий лук Шивы. И Кришна легко сломал его. Головы Ананты начали вращаться. Бивни слонов, поддерживающих все стороны света,
были сломаны. Брахма думал, что его планета вместе с тремя мирами разрушена. Неудивительно, что Кришна сломал этот могучий лук, не уступающий в твердости молнии и способный уничтожить все вселенные. Кришна был тучей, лук Шивы был радугой, искры были молниями, вылетающие при треске ломающегося лука. Оглушительный звук был громом грозовых туч. Когда дождь кончается, время становится просветом для преданных. Когда появляется дождь в конце кальпы, демоны дрожат от страха. Солдаты Камсы примчались с воплями: «Убьем его! Убьем его!» Они заполнили все вокруг и были готовы к нападению. Обычно человек натягивает на луке серебряную тетиву, прицеливается и выпускает стрелы во врага. Но Кришна и Баларама, вопреки этому правилу, смеясь, поубивали солдат Камсы двумя обломками сломанного лука. Забравшись на наблюдательную башню, Камса спросил слугу: «Что за шум?» Слуга ответил: «Двое каких-то юнцов, смуглые белые, подошли к луку. Неужели они сломали земляной помост, где находился лук?» «Что я должен сказать? Говори, как есть». «Неужели кто-то поднял лук?» «Ах, господин, что мне ответить?» «Неужели они убили всех солдат, охраняющих лук Шивы?» Матуканда продолжал: «Я восхищен сокровищем династии Нанды, который забрал одежды Камсы. Убив его главного красильщика, переломал надвое лук Шивы и уничтожил армию Камсы этими же сломанным луком, а затем с бесстрашным сердцем гуляя, осматривая примечательности столицы Камсы. Видя их красоту, отвагу, бесстрашие и силу, горожане приняли Кришну и Балараму за полубогов, не шедших на землю, и потому стали обсуждать между собой: «О, посмотрите! При появлении этих двух юных солнцеподобных братьев, блистающих неземной красотой, солнце поблекло и стремится быстрее скрыться за горизонтом». Почувствовав страх, Камса хотел выдворить Кришну из города и послал к нему солдат. Зная намерения солдат, но пренебрегая ими, два брата продолжили играть с друзьями и в конце дня отправились к повозкам жителей Враджа. Подходя к повозкам и считая, что высшая дхарма уничтожит тех, кто против нее, не совершая омовения после таких действий, Кришна и Баларама лишь омыли стопы и вкусили рис, замоченный в молоке. Кришна остался ночевать в стоянке повозок и насытился молочным рисом, простой трапезой странника, посланный его матерью. «Это плавит мое сердце. Это плавит мое сердце». И когда история о вхождении Матуру закончилась, и жители Враджа пребывали в возбуждении, Матуканда заключил: «О, Нанда! Когда Кришна едет в Матуру убить Камсу, считай это неприятным сном. Смотри! Лотосаоки Кришна, пленяя своей красотой, сидит с тобой рядом». Нанда и другие посмотрели на Кришну и в блаженстве обняли его. Остальная история была рассказана в собрании Радхи и Гопи в присутствии Кришны. Матуканда сказал: «Пока Кришна не уехал в Матуру из Вриндавана, собрание радостно пело обо всех его счастливых играх. Преданные в Матуре расе онемели от горя, истощенных в разлуке и тяжело вздыхающих. Когда женщины Матуры вышли посмотреть, он увидел их лица и одновременно захотел что-то от них. Эти женщины напомнили ему о Гопи, и потому Кришна повсюду в Матуре подспудно искал Гопи. Это произошло с благословения Радхи и Гопи.
Шукадева Госвами говорит, когда Мукунда покидал Вриндаван, гопи предсказали, что жителям Матхуры суждено получить множество благословений. И вот это предсказание сбылось. Теперь горожане созерцали красоту Кришны, украшение человеческого рода. Сама богиня процветания так жаждала обрести прибежище в этой красоте, что отвергла всех остальных мужчин, несмотря на то, что те поклонялись ей. Шримад Бхагаватам 10.42.24. Лалита, присутствующая в собрании, спросила с намеком: «Те, кто благословлен Радха и Гопи, самые желанные женщины. Чем же была добродетельна Горбуня Кубджа? Ведь были те, кто обладали наилучшими добродетелями». Глядя на двух рассказчиков, Кришна сказал: «О, Лалита, послушай, не следует искать недостатки в характере милосердного человека. Который являет любовь даже к тем, кто осуждает его. Чтобы проиллюстрировать это, тысячи ученых мужей описывают Кришну и Кубджу. Матуканта сказал: «Ты спрашиваешь, потому что ее лицо было подобно луне, а тело было искривленным, как у Аштавакры. Сердце мое бьется в возбуждении». «Да, ты помнишь? Эта девушка была служанкой Камсы и готовила для него ароматные притирания. Должно быть, она несла душистые масла во дворец Камсы, как и одежды. Этот восхитительный аромат привлек меня издалека. Казалось бы, это могло вызвать в Кубджи желание, но не возмущение, как в случае красильщика. Поскольку все тело Кубджи было искривлено, она не общалась ни с одним мужчиной. Под влиянием Купидона в ней легко взыграло влечение ко мне. Я считаю, что это вожделение возникло только от того, что она увидела мою красоту. Я принимаю это вожделение из любопытства». Подумав так, Кришна сказал: «О, красавица, твои движения так извилисты, кто ты?» «Я служанка», — ответила Кубджа. «Кому ты служишь?» «Камсе». «Как же тебя зовут, о лучшая из женщин?» «О, лучший из мужчин, мое имя Тривакра». Смеясь вместе с друзьями, Кришна сказал: «Я вижу, что имя твое вполне подходит тебе. Кому же принадлежит твои притирания, снимающие усталость?» «О, мудрейший, все мои притирания тщательно приготовлены для того, кому я прихожусь служанкой». «О, красноречивая, одна служанка пойдет в любое место с разрешения своего господина, а другая пойдет куда пожелает, не спрашивая ни у кого». «О, дивноликий, как справедливы твои слова! Однако я делаю это с разрешения моего повелителя. Если бы я поступала иначе, то потеряла бы уважение». Повсюду были слышны шутливые слова: «Почему же Камса не возьмет себе в жены столь милую красотку?» Кришна сказал: «Скажи правду, получила ли ты разрешение от Камсы?» Кубджа отвечала с любовью и гневом: «Почему ты спрашиваешь об этом, когда сам видишь все? Я получила его разрешение делать все эти благоуханные притирания». «Это я вижу. У Камсы должно быть много других прекрасных женщин, как ты. Много. Но Камса предпочитает мои притирания. Если ты не возражаешь, я вдохну их аромат. Я даю обещание, гуру. Нет ничего, чего бы я не дала тебе». «Если это так, тогда дай нам двоим немного твоих притираний». Кубджа улыбнулась: «Мои притирания не предназначены ни для кого, кроме вас двоих, чья юность и красота очаровывает вселенную. Возьмите же все, лишь бы вы были довольны». Друзья негромко засмеялись. «О, да у этой девушки появились любовники!» Кришна сказал, чтобы прославить Кубджу: «Скоро удача не зайдет на тебя.
Запечатлев в сердце сладость пленительного Кришны, его игры, шутки и нежные слова, она дала им притирания, предназначенные для праздника. Вся косметика, разделенная на две части для белого Баларамы и смуглого Кришны, густая, как восходящая луна, и размешанная с небольшим количеством воды, была в изобилии, чтобы раздать ее всем их друзьям, поскольку ее коснулась рука Кришны. Умощенной желтой пастой Кришна выделялся среди друзей, а Баларама был умащен черным мускусом, источающим незабываемый аромат. Кришна сиял, как свежее дождевое облако, а Баларама, как яркая луна. Матуканта замолчала от смущения относительно следующей темы. Лалита сказала с улыбкой: «Пожалуйста, опиши интересный эпизод, в котором его одежда стала причиной ее радости». Матуканда молвил: «Когда Кубджа нанесла на тело Кришны благоуханное притирание, он стал еще привлекательнее». Говинда думал, будучи сострадательным к несчастным, хотя у нее такое прелестное личико, ее искривленное тело подобно копью в ее сердце. «Но так как она послужила мне, я одарю ее милостью. Теперь, когда она увидела меня, это копье будет сломано». Затем Кришна сказал: «О, Тривакра, позволь мне выпрямить тебя». Приняв его слова за шутку, она ответила, улыбаясь: «В этом нет нужды, ну а если ты, ну, то как у тебя это получится?» Легким движением. Когда друзья Кришны громко засмеялись, по ее телу пробежала дрожь, и Кубджа сказала: «Тогда приходи ко мне домой». Кришна, смеясь, ответил: «Сейчас я не могу пойти к тебе. Имея веру, ты собственными глазами увидишь то, что удивит весь мир». С трепетом в сердце она наблюдала за Кришной. Пока все смотрели в стороны, Кришна совершил действие, подобное смене одежды, повергнув всех в изумление. Поставив свои стопы поверх ее и удерживая ее левой рукой, Кришна приподнял ее за подбородок средними указательными пальцами и выпрямил Кубджу. Изогнутость ее спины и других частей тела перешла в ее взгляд, а взгляд достиг ее ушей, затем перешел на ее грудь, талию и бедра. Неудивительно, что это случилось благодаря прикосновению Кришны, ведь Кубджа снискала великую удачу по сравнению с другими женщинами. Сразу же все окружающие услышали об этом и поразились, но никто не знал подробностей. Позднее я опишу удачу Кубджи, которая стала причиной особой милости Кришны. Богатство быстро взращивает в человеке гордыню, а бедность делает его смиренным. Истории, приведенные в шастрах, никогда не бывают бессмысленными. Когда Кубджа обрела богатство юности и красоты, она пылко схватила за край верхней одежды Кришны. Бедняк, получая богатство, обретает силу, но не показывает достойного поведения. В людном месте у всех на глазах Кубджа сказала: «О, герой, желание переполняет меня. Пожалуйста, пойдем со мной наслаждаться». Лалита молвила: «Если она была достойна Кришны, вершителя бесчисленных подвигов, она должна быть удостоена великой премы, как мы. Пожалуйста, расскажи более подробно об этом». Матуканда ответил: «Подталкиваемый любопытством, бесконечно милостивый Кришна, попав в затруднение, сказал Кубджи, желая обмануть ее, пока его друзья улыбались, а Баларама слушал: «О, дивнобровая, как только я исполню задуманное мною дело, я тут же приду к тебе домой,
где мужчины могут освободиться от всех беспокойств. Воистину для нас, бездомных путников, ты лучшее прибежище». Лолита улыбнулась. «Ах, мы поняли, что сказали великие души!» Вишака попросила. «Пожалуйста, объясни!» Улыбаясь, Лолита ответила. «Как легко удовлетворишь человека, который принимает лачугу за дворец или подстилку за постель? Кубджа приняла прекрасный вид, подобный апсаре». Услышав это, Ратха сказала с улыбкой. «Почему же Матуканта не сказал, что Кришна согласился на ее просьбу?» Матуканта отвечал. «Для вас эта просьба кажется странной. Но я считаю так, если милосердный человек видит бедняка, он проникается к нему состраданием. Любопытный момент. Кришна посмотрел на Кубджу, и она обрела качество, схожие с качеством гопи. Пусть милосердный Кришна, совершающий чудесные игры, явит себя всем преданным. О, Радха, только твоя према способна связать твоего друга Кришну». После окончания рассказа Радха и Кришна радостно вернулись домой. «Пусть милосердный Кришна, совершающий чудесные игры, явит себя всем преданным. О, Радха, только твоя према способна связать твоего друга Кришну». После окончания рассказа Радха и Кришна радостно вернулись домой. Здесь заканчивается глава. Дорогие преданные, глава 4, второй части Гопала Чампу, Уттара Чампу. И глава называется «Кришна входит в Матуру». Спасибо большое, Нитай Гора Примананде. Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Шигуру Парампаре, вся слава всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху, вся слава Его Божественной милости Шрила Джива Госвами Прабхупаде, вся слава Враджаваси, Нитай Гора Примананде. Спасибо большое.